Так, попробую я что ли тогда сыграть с Асусом, раз пока никого нету. За Китай. За Китай будем тащить. Отличный выбор. На самой первой карте. У нас большие планы. Строительство нужно завершено. Посмотреть. Извините, сэр, сам строить не могу, сам строить не смогу. Будем жить в роскоши. Плохое место. Посмотрим в другом месте. Ой, Капуша, давай скорее. Плохое место. Посмотрим. Даже в другом суплай месте. Не поставить, как надо. Как закончу, будет хорошо. Что ж, сразу завод пуляем. Строительство отличное место. Надо было чуть-чуть повернуть, чтобы здесь проходу не было. Ну да ладно. И так сойдет, как давай говорится. Ну, даже не знаю, сюда что ли проехаться. Строительство завершено. У нас большие давай, вперед. Планы. Хорошее начало. Хорошее хотя, наверное, начало. Отсюда надо проехаться. То вдруг захват идет. Хоть знать буду. Сделаю двух готлов в начале. Будем жить в роскоши. Тут у меня много патронов. Стволы вращаются. Строю для Китая. Так, ну пока все нормально. Тихо. Но. Как закончу, будет хорошо. Строилось. Здесь же никого нету. Никого нету. Стволы вращаются. А, да. Ух ты, что делает. Вкрывается в бой. Подразделение потеряно. Китай щедрый. Не, ну Асус тут не прав. Не прав, не прав. Стволы вращаются. Не нужно ему. Подберем еще товар. Протолкнемся. Врываемся в бой. Надеюсь, минок никаких не будет. Мы просто пролезем, да. Будем жить в роскоши. У нас большие планы. Даже не знаю, сами что ли пойдем куда-нибудь. Сливай свою силу. Да, ладно, и Штасус и сдается. Не получилось, не получилось. Так, и у нас Ренго подошел, отлично. Играл ли Ренго с Асусом? Такой философский вопрос. Где у нас Ренго? Нет, Ренго с Асусом точно не пулял. Что ж, отлично.